Здравствуйте всем, дорогие друзья. Нет, не так, хуйня. Давай по новой, Миша, все хуйня. Давно ли вы были на шашлычках? Летом-то по-любому, наверное, все ворвались, да? Кто не был, рекомендую, съездить. Вот это вот, чтоб вот этот вот запах, вот это вот все, вот это. Ой, слюнки потекли, вот. Всем здравствуйте, всем привет, с вами, как всегда, я, Леха, Хардплей. Сегодня мы посмотрим про гениального человека и его брательника, я так понимаю, да, это брат его. А значит, секрет шашлыка, давайте узнаем, как готовят шашлык настоящие гурманы этого дела. Ребят с России 23, огромный привет, ссылочку на них оставлю внизу в описании. Залетайте, ставьте лайки, пишите комментарии. Про меня тоже не забывайте. Подписывайтесь, нас 20, уже 5% тех, кто еще не подписался на канал. Молодцы, 2% уже урезали. Спасибо, ребят, всем, кто подписывается. Ставьте колокол там при подписочке. Короче, поддержите канал, кому не сложно. И спасибо огромное, кстати, хочу сказать, за спонсорки, которые вы оформляете в офлайне. Спасибо за поддержку. Дружище, спасибо, красавчик. Поехали. Так, вот оно, поехали. Секрет шашлычка, да? Ай, ну давай. Кстати, интересно, откуда пацаны сами? Нахер ты ее с собой на шашлыки взял, блядь, давай. Владимир, скажите, а почему вы не за рулем? У меня тачки нет. Ну, вы же иногда собираетесь с пацанами в комнате, смотрите тачки на дроме. Ну, смотрю. Гений, ну, то есть маркетинга. Реклама. Ну, да. То есть комнатный задром. Слышь, ты комната. Стойкий аромат пряностей, шикарная поляна, мангал на начальном этапе. Все готово. Сука, ты что тут делаешь? Стойкий аромат прелости, шикарная поляна, мангал на начальном этапе. А не надо было брату ничего говорить, красава, бля. Это Владимир, гений кулинарного мастерства. Его мангал уже получил положительную оценку от Мишлен, Кириллов и Паш. В кулинарных кругах, благодаря таланту, всего за год парень преодолел путь от подмышки Гордона Рамзи до потной подмышки. У меня сейчас с тобой Рамзи будет. Кулинарная феерия стартует с мастер-класса по сборке мангала. В чем особенности? Кстати, вот эти вот мангалы, мы сами в этом году убедились, стали делать, знаете, все тоньше и тоньше. Он уже не одноразовый, а, знаешь, такой полуразовый. Я не знаю, может, у нас в Подмосковье, конечно, такие продают, но он, знаешь, прям стенки у него прям прогорают иногда. Вот смотришь, шашлык почти готов, у него, знаешь, прям уже угли просто прут из всех щелей. Так что это... Кто там производитель? Давайте нам нормальные мангалы делать. Быстро, блядь! Мангалы. Какая особенность? Просто крючки вставляешь и все. Тупо ловкость рук. А вы свою ловкость рук развивали благодаря тому, что давно не вставляли свой крючок, правильно? Сейчас крючком по еблу дам. В работе с мангалом Владимир уделяет внимание каждой детали. В прошлый раз делал, днище прорвало. Владимир рассказал о реакции желудка на его прошлую готовку сосисок. А ты сам ел, блядь, нормально я готовлю. Владимир профессиональный костровой. По словам гения, он может добыть огонь, имея в своем распоряжении всего лишь угли, рожек, зажигалку и дрова. Уголь, деревяхи закинули и рожек. Самый заебатый рожек, бумажка от углей. А разве самый лучший рожек это не жидкость для розжига? Нахуй эту химозу льешь, вот это все на мясо попадает. Нашел. Важным элементом в готовке шашлыка на улице Владимир считает химическую, бля, обработку своего тела. Дурачок, вы просто комаринкой попшикаться. Мне кажется, они где-нибудь в Сибири. Давай на лицо, Владимир процитировал своих любимых актрис. Негодование Владимира не случайно. За кулинарным талантом и победами на гастрономическом поприще скрывается история о разбитом сердце и расставании. Совсем недавно Владимир разрушил отношения, которые строил больше 5 лет. Старый мангал одноразовый, блядь, я им 5 лет пользовался. Заржавел, я выкинул его нахуй. Сильные чувства на слабых углях. 5 лет между ними горел огонь. С одной стороны, он потрепанный, слегка перекошенный, грязный. С другой стороны, мангал. Очевидцы того, как зарождались эти отношения, рассказывают, эти чувства буквально пылали. Я как сейчас помню их первую встречу. Бля, что он вообще несет? Вячеслав, блядь, красивый человек просто. Кто репортаж делает, тот красивый. Все правильно, я всегда так тоже на стримах говорю. Потому что больше никто не хвалит. Вот уроды. Владимир тогда еще такой молодой, красивый, статный. У него такая лысина была. Это был, а сейчас мать. Нет. Они впервые встретились. И Владимир при первой же встрече сказал заветные 3 слова. Давай возьмем вот этот мангал по акции. 7 слов. Давай возьмем. 7. На протяжении 5 лет эта страсть не угасала. Но в один момент даже такая сильная любовь сумела заржаветь. И Владимир нашел себе новую, непользованную пассию с блестящим днищем. Ебала, просто новый мангал купил, блядь, а старый выбросил.
Несмотря на то, что Владимир делает вид, что забыл прошлые отношения, он продолжает хранить у себя вещи бывшего. К примеру, шампура, которую он использует сегодня, шли в комплекте со старым мангалом. Прикасаясь к вещам, которые напоминают о былых чувствах, Владимир плачет. Какой бывший, сука. Ты в глаза попал. Как нам удалось выяснить, отношения закончились тяжело для... Бля, ты прикинь, с таким брательником жить, это же вообще жесть. Это просто, это забейте, это посрать пойдешь, там целый выпуск снимут. Фу, таким быть. Обоих. Хотя я бы так это сделал. Подтвердила я страница в Инстаграм бывшего мангала Владимира. Бля, теперь мангал понятно. Былую страсть уже не вернуть. Ой, сука, дурак. Страсть уже не вернуть. Какой шизоид вообще, блять. Я тебе говорю, ты хуй с нами куда поедешь? Че ты мне тыкаешь нахуй? Оптимальная температура углей для жарки шашлыка составляет 600-700 градусов по Цельсию. Владимир профи, поэтому контролирует нормативную температуру, используя специализированное оборудование. Заебись угли, короче. Это так называемый ладометр. Владимир очень гордится этим изобретением, поэтому часто забирает его домой и использует не по назначению. Какой нахуй ладометр? Какие назначения? На этом кулинарный арсенал профи не заканчивается. На наших глазах Владимир создает специальное устройство для полива шашлыка. Вот так вот дырку в бутылке делаем, заебись. Владимир обучался у лучших, у профессиональных бутылочных дыроделов. С 2000-х годов он слушал аудиолекции заслуженных дыробутыловедов Гуфа и ЭКО-47. Ну охуенные треки были, ты чё? Вообще-то да, кстати. Жемчужина кулинарного арсенала Владимира – это нож. По словам гениального повара, это альтернатива дамасской стали, так называемая дешманская сталь. Этот клинок эксклюзивно сплавили Владимиру по дешевке на рынке. Прямо сейчас мы попробуем его испытать. По словам Владимира, он легко справится с тремя бутылками, полными воды. Все, как и сказал мастер, он легко их уронил. И вот первая партия шашлыков на мангале. Первым делом кулинар проводит подробный анализ мяса. Сразу видно, да, магазины и домашние. Шмоты беспонтовые вообще, нахуй его брали, блядь. Какой-то уксусом замаринованный. Вот, блядь, домашние, аккуратненькие шашлычки, все четенькие. Магазины слева. Ну, значит, этот хуйня, блядь. Пока все отдыхают за столом, Владимир одиноко старается работой у мангала. Наша съемочная группа решила выяснить причины такой самоотдачи. В России миллионы компаний каждое лето выезжают на шашлыки. Каждый подобный выезд подвергается нападкам аферистов, так называемых фальшивошашлычников. Их легко определить по типичным фразам «Я скидываться не буду, я шашлыки не хочу, вы все купите, а я потом переведу». Мы решили разобраться, как определить таких аферистов. Вообще по просто. Нашей информации, фоторобот типичного фальшивошашлычника выглядит так. Верхняя часть головы слегка пустовата, а лицо имеет ярко выраженные черты черта. Че, блядь, какие нахуй черты черта, блядь? Че, нахуй шамарнул? Че ты? На этапе подготовки к выезду на природу фальшивошашлычники активнее всех ведут себя в супермаркете. Лично везут тележку, старательно выбирают продукты, а после на кассе используют заготовленную фразу. Оплатишь это, потом вы мне это скинете, а? На природе фальшивошашлычник отдает все силы работе у мангала, делая вид, что особо мясо не хочет, поэтому и не скидывался. Усыпив бдительность друзей и дождавшись момента, когда все максимально расслаблены, мошенник хватает свою добычу. Не хотел, захотел. Одно жалко, что... По нашей информации, при выезде на природу компании скидываются примерно по 1000. Таких поездок в год совершается около 7. Подобных компаний в России около 100 тысяч. Таким образом, за год фальшивошашлычники зарабатывают около 700 миллионов. Как нам удалось выяснить цель этого сообщества за ближайшие 10,5 лет заработать 7,5 миллиардов рублей или 100 миллионов долларов? Именно эта сумма является гонораром актера Уилла Смита. Фальшивошашлычники верят, что актер сможет прийти и стереть память всем тем, кому они должны деньги. Сука, ты уже бесишь, что два дня уже шашлыков прошло, какую-то хуйню монтируешь. Для того, чтобы вернуть деньги обманутым шашлычным вкладчикам, мы решили выставить Владимира на дроме под видом Toyota Vista 96 года. Приложение Дром было выбрано не случайно. Во-первых, они нам платят. Во-вторых, добавить объявление здесь можно в один клик. А нейросеть Дрома автоматически определяет правильную цену. Кроме этого, приложение легко распознает параметры любого автомобиля. И даже Владимира. Да переведу сейчас за стол, сяду, блядь, со всеми и переведу, блядь. Работая над четвертой партией шашлыка, Владимир понял, настало время для творчества. Поэтому парень взялся за создание чего-то нового в мире кулинарии. Традиционно кулинары всего мира различают 6 степеней прожарки. Блять, шашлыка захотелось. Ёптуя, алё! Надо в субботу на шашлыки поехать. Нет, на уху. Давай в субботу с тобой стрим сделаем. Поедем где-нибудь рыбу поймаем, короче. И уху сделаем.
Хорошая идея. 30 тысяч лосей. Все, едем на Уху. Все, еду на Уху. Все, все. Мужик сказал, мужик сделай. В субботу. Вечером. 28 числа. Проводим, так скажем, лето. Владимир гений, поэтому прямо на наших глазах он разрабатывает новую. Кстати, а кто такой, кто какой, ребят, мясо обычно ест? Я не знаю, я с кровью типа не особо любитель. Я вот, наверное, медиум или медиум well в основном. Ну, well done нет, но вот что-то вот из этого. Но, кстати, я уверен, среди вас есть кто и Blue Rare ест. Сейчас кто-нибудь напишет, как мать приготовит, так и ем. Он разрабатывает новую, пока неизвестную всему миру седьмую степень. Для того, чтобы увековечить себя в истории кулинарии, он назвал ее в честь себя. Че, снять не можешь, блядь, с камерой все ебучим. Последняя партия шашлыков готова. Завершением дня на природе становится новое блюдо. Сегодня в меню Владимира есть новшества. Сладкие подушечки маршмеллоу, которые насаживают на палочки и жарят на каминах в зарубежных фильмах. Дело в том, что Владимир обожает зарубежные фильмы, в которых жарят и насаживают. Вячеслав, завтра благодаря дрому Владимира придет смотреть какой-то мужик специально для России 23. Блин, прикольно сделали, прикольно. Подняли настроение, за что им огромное спасибо и респект. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.